дальше я ухожу в левое колено, а девушка собирает ноги щиты. И вот у нас получается сильная позиция. Здесь такой контакт, здесь такое натяжение, вот как бы, ребят, руки не отдавайте, плечи держите при себе. Вот позиция. А как вы упираете девушку? Будет здорово, если девушка поднимет руку вверх. Смотрите, вот такая позиция. То есть, да, смотрите, сейчас. Нет, вот это нет, здесь, не в этой стороне. Вот, а, смотрите, просто берете руку, вот просто сейчас правую руку берите, ведите ее наверх и потом ладошки вот туда, за спину, за спину, да. И самое главное, локоть прямой. Вот это пока все, что мы сможем в этом каких-то занятиях позитивное. На самом деле, сейчас, если вы хорошо поднимете руку, уберете, тогда это будет нормально. Давайте вместе еще раз, вот встали друг перед другом, встали, нет, встали. То есть, и мы сразу раскрываемся. Идет, раскрывается. 3, девочка собирает ногу, поднимает руку, а партнер уходит в колено. 4. Вот наша позиция, которая нам нужна. А теперь сначала. Давайте еще раз. И. 1, 2, 3, 4. Идем. 1, 2. Раскрываемся. 3. Уходим в колено, а девушка собирает ноги. 4. Да, отлично, еще раз. На месте шаги. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, раскрываемся. 3, 4. Супер. А теперь давайте быстрее. Отлично, когда мелодия звучит. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Идем. 1, 2. Раскрываемся, уходим. Еще 5, 6, 7. На месте. 1, 2, 3. Идем. Шаг, поворот. Раскрываемся, уходим. Отлично. Еще раз. Приготовились. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2. И раскрылись. Да не спите, нормально. Еще раз. 5, 6, 7. Погнали. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Раскрылись. Так, парни, сильно не толкать. Сильно не толкать. Девочки, а вам сильнее толкать? Еще раз сначала. Приготовились. 5, 6, 7. Ускоряемся. 1, 2, 3. Идем. 1. И хоба. Это сделайте хоба. Еще раз сначала. Приготовились. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. И хоба. Супер, молодцы. Все, спасибо. Стоять. Что дальше? Давайте, девочки, сделаем поддержку. Что мы сейчас? Так, сразу, чтобы вы напугались заранее. Значит, смотрите, из этого положения вам надо будет партнершу подкрутить и аккуратно отправить на себя. Это не сложно, если она не тяжелая. Значит, смотрите, попробуйте подкрутить. Девчата, здесь крутиться сложно. То есть, если вот он не будет психопатом, он крутится. Вот. Поэтому, смотрите, что вам нужно будет сделать сейчас. Вот вы стоите на встрече. Возможно, вам нужно будет сделать фактически 3 шага. В направлении партнера левой ногой, пока просто, ребята, спустите девушек. Дальше. На этой левой ноге повернуться, поставить правую ногу. И еще повернуться и поставить снова левую. То есть, реально, смотрите, я вот такой просто тупой вещь покажу, как будет получаться. Левая, правая, левая. Вот. То есть, как бы вот такой очень простой поворот на 3 шагах называется. Он в одну и в другую сторону. Главное это сделать на маленьких шагах и через форму. Сейчас понятно, да, примерно, что от нас требуется? Давайте вместе, девушки, только девушки. Давайте вместе сделаем. Пойдем влево. 1. Собираем ноги. 2. Пойдем. 3. На 10. И сюда на 4. И снова в обратную сторону. 1, 2, 3, 4. Здесь 1, 2, 3, 4. Справа. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Это все, что от нас сейчас требуется. Снова встали в раскрытие. Ребят, мы должны девушкам помочь закрутиться. Что мы для этого используем? Смотрите, нам нужно каким-то образом ее замком вот этим повернуть. Самый лучший вариант, если реально прям вот этот замок возьмем и вот сюда отправим. Ребят, смотрите, какое движение. Движение как бы неумелое внимание такое. Такое вот, опа, туда. Вот на самом деле вот этого опа вам и надо сделать. Смотрите, чуть тянем на себя, убираем.
опираете сильно за спину и как будто себя поднимаете. Только не дергать, не дергать. При этом, ребят, партнеры, сами идете на партнершу. То есть я двигаюсь к ней. Я двигаюсь к ней. Смотрите. То есть вы раскрылись. Вы раскрылись, ребят, вы раскрылись. И аккуратненько девочка делает быстренько два шага. Три шага, точнее. И вы смотрите, чтобы как встретить. Я использую вот такой шаг. Самое главное сейчас, смотрите, чтобы ваша свободная рука, которая будет наверху, да, она у вас должна сверху и остаться. Ни в коем случае не тормозите от партнера. Вот это вы не рукой, я не нажму в конце, вот здесь. Не тормозите от партнера, да, то есть останавливайтесь более-менее сами, останавливайтесь в его руку. Вот сюда. Давайте вместе попробуем. Вот мы раскрыли 3-4. И делаем очень быстро. И раз, два, все. Взялись, взялись, взялись. Еще раз. Раскрылись. Идем. И раз, два. Отлично. Так, девочки, теперь. Сейчас, да, у вас должно чуть-чуть сработать. Сейчас будет что-то не так. Соответственно, да, ребят, вы должны перед любой поддержкой внушить уверенность в том, что вы знаете, что вы делаете. Что сейчас не будет чуть такого неожиданного. Да. Вот. Соответственно, это первое. Второе. Четко сторона к стороне. Партнерша спереди не стоит. Вот. И дальше. Давите ногами в пол. Очень хорошо давите ногами в пол. И мы, соответственно, уходим в левую ногу. Глубоко не надо. Вот сюда. То есть не то, что просто прийти. Значит так, девушки, смотрите. Смотрите, когда вы наклоняете, когда вас наклоняются, они говорят себя в ладу, никто ноги держит вместе. Самое лучшее, что можно сделать с правой ногой, это поднять ее вперед и поднять колено вперед. Все, очень очень лучше. Да. То есть это будет самое лучшее, что можно сделать, чтобы нога спереди качалась в руку. Да, здесь, здесь, здесь. То есть ножки держат вместе. Все, очень глубоко не делаем. Еще раз, раскрылись. Причины. Дальше идем к себе. Раз, два. И тут же на себя. 3-4. Теперь ставим. Раз, два. Еще раз. Ребят, раскрылись. Идем к себе. Раз, два. Слоем. 3-4. Ставим. 5-4. И что мы делаем в конце движения? Мы всегда шли назад. То есть мы перейдем назад. 7-8. Еще раз. Раскрылись. Идем к себе. Раз, два, на себя. 3-4. Ставим. 5-3. Назад. 7-8. Теперь после этой пары вы ставите себя. Делайте все вместе. Сейчас вперед и поднимаете левый замок. Да, вот подняли его прямо локти вниз. Локти вниз. Какие-то стороны. Вот такая делаем. Локти вниз. Вот здесь ладонь сюда поднимаем. То есть прямо вот главный клон. И девушку мы поворачиваем больше того, что сами пальцы